Сейчас по всему миру ведется немало масштабных строек. Однако те проекты, которые реализовывались у нас в стране при помощи комсомольцев, до сих пор можно без зазрения совести назвать просто поразительными. За 100 лет было построено просто огромное количество объектов по своему размаху и сложности, которые удивляют до сих пор. Что такое комсомол? Это союз молодежи, союз молодых. Для меня комсомол – это юность, молодость, великие стройки страны, такие как канал Иртыш-Караганда. Это уникальное гидротехническое сооружение строилось в 60-е годы прошлого 20 века для водоснабжения засушливых областей Казахстана, Павлодарской и Карагандинской. После окончания строительства специалисты из Франции и Голландии удивлялись. Впервые в мире воды реки повернули и на протяжении 500 километров подняли вверх на высоту 500 метров. Мы гордились этим строительством. Я благодарна судьбе, что работала на комсомольской молодежной стройке. В комсомоле нас учили верной дружбе, взаимопониманию, помощи. Работать не только для своего благополучия, но любить, служить и гордиться своей родиной. И не преклоняться перед западными странами и Америкой. Я до сих пор дружу с подругой, переписывались, звонили друг другу, а сейчас разговариваем по скайпу. Зинаидой Ивановной Макеичевой. Мы вместе работали на канале Иртыш-Караганда в геодезии. Времена меняются, и все чаще человека заменяет машина. Однако это не отменяет необходимости в открытых, готовых справляться с любыми трудностями, постоянно учиться, расти как личность и профессионал в людях, таких, какими до сих пор остаются комсомольцы.